Здорово, народ, канал Сэр Фокс. Сегодня будем тестить тормозки в компании Арктика. Их будет два. И один в компании Сплав. Вот так они выглядят. Первый тормоз Арктика — это литровый. Второй тормоз Арктика выглядит вот так. Идет в чехле. Это я брал специально под горячее блюдо, чтобы брать с собой на рыбалку. Тоже литрушка. Так что самое интересное, то что здесь в комплекте идет с этим термосом еще и ложка. Вот такая ложка. Ну и третий термос Видаша Виды. Мне просто интересно посмотреть, сколько он держит и как он держит температуру. Это термос компании Сплав. Покупал я его в 2015 году. И, в принципе, можно по внешнему виду наблюдать то, что со мной прошел очень-очень много. Измерять температуру мы будем вот таким приборчиком. Иголочка называется Теста 108, измеряет температуру. Сейчас покажу, как это все выглядеть будет.
Что, друзья, заполнили мы тормоза. Те модели, которые я буду использовать в данном видео, я оставлю эти номера модели тормозов в описании под этим видео. Можете посмотреть, если кого заинтересовало. Ну и посмотрим, что из этого получилось. Мне кажется, то, что у меня сплавовский мой термос, он гораздо лучше держит, нежели чем Арктика. Потому что все новое для меня, всегда настороженно отношусь к новым моделям. Ну, посмотрим, что из этого получилось. Итак, для вас подождать одну секунду. Ну, а для меня целые сутки. Оставляю на сутки с кипятком. Внутри посмотрим, что получилось. Итак, друзья, прошли сутки, сейчас будем мерить, пробовать, что из этого все получилось, какие показатели вышли по каким тормозам. Смотрим. Ну что, друзья, по итогам эксперимента нашего получается то, что первое место занял термос компании Сплав, второе место термос компании Арктика, ну и третье место почетное занял термос также от компании Арктика, но с гораздо нижим показателем. Между первым и вторым местом всего лишь показание в 1 градус, то есть Сплавовский показал 65 градусов, Арктика 64 градуса, Арктика пищевая, которую термос с широким горлышком показал 58 градусов. В принципе, выводы делать вами. Все, надеюсь, было видео полезно для вас. Всем спасибо, всем удачи, пока-пока.